Всем привет, зрители и подписчики канала на YouTube. Всем привет. Итак, у нас сегодня 17 октября, вторник, за окошком. У нас сегодня проглядывает солнышко, что очень-очень радует. Кстати, на улице не совсем так холодно. С утра водила деток. Наше красивое дерево с кленом и кленовыми листочками все облетело. Теперь голое стоит. Тут еще за окном радует хоть какой-то вид. Так, Владик наш кушает, мы начинаем... Быстрее бы зима наступила. Вот так вот. Владик наш кушает, время уже первый час. Я с утра покатала детей, немножко позанималась, потом начала монтировать влог, позавтракали, и, короче, время пролетело. Плюс проверила Владика работы, которые он и забыл подать, чтобы мама проверила дома эти... Господи, как они... Ну, эти подготовительные к экзаменам, которые... Что ты? Собрал портфель? Бегом, давай ешь и собирать. Я его забрал, но я не хочу идти. Да, конечно, обленился за неделю. Вообще лентяй стал. Давай, кушай, солнышко, супчик. И чтобы кошка за меня ходила. Да, правда. Что, пошли ее, найти на нее портфель, и пускай идет, топает в школу. Давай, зайчик, кушай, одеваться. Итак, проводила Владика в школу, сейчас сняла отдельное видео, которое я чуть попозже выйдет на YouTube, выложу, и жду Сережу, он сейчас должен приехать из Людиного, сегодня ездил там к маме, к сестре, ну, короче, по своим делам, постригся, и сейчас уже едет домой, точнее, в Жубрянске. Сегодня у нас с Илюшей вечером занятия, поэтому надо сейчас что-то подумать насчет ужина, что готовить, потому что приедем опять поздно с занятий, соответственно, и уже будет не до этого. Так, ладно, ждем Сережу и увидимся немножко позже. Сережа! Всем привет! Ну что, ты у нас постригся, съездила Людиного. Город поменяла, парикмахера не меняет. Девять лет в одном месте стригусь нормально. Нет, в принципе, если там это Ленка, я говорю, есть, сейчас привез. Да, привез. Ну не все, и там еще надо будет там брать. Веронике, да, курточку. Там ботинки. Сейчас ходить будем. Ну, сейчас прямо одевать ее уже. Вообще, в принципе, за полдня читаешь туда-сюда. Да, с мамой пообщался, с сестрой пообщался. Подстригся, сходил. А, Максимку посмотрел. Максимку посмотрел. Полюбил, поехал с ним, полюбил. Ой, я себе тоже перебирала вещи. Точнее, не тоже перебирала. Когда смеялся. Угу. Когда с Ленкой, потом я вышел, когда сколько помогал. Вот, и проводили меня до маршрутки. Да, я когда тоже с ней вещи перекладывала, детские, разбирала. Нашла Вероникина, не нашла, а это, убирала маленькие вещи, я думаю, кому отдать надо. Вероникина платьица розовенькая. Ой, у меня же слезы пробило, думаю, господи, неужели такая только-только крошка такая маленькая была. Ничего, смотри, не стало, потому что, не знаю, такое ощущение, что там больше все-таки облетело все, их прохладно там. Сегодня, кстати, вообще тепло очень. Сегодня тепло на улице, здорово. Завтра обещают тепло там. Сейчас ехал, даже в майках ходят люди, беженцы. Ну, футбол, майки, конечно, перебор идти. Нет, я вот шел, сейчас действительно жарко, даже в свитере и куртке очень жарко. Можно было спалить что-то одевать. Опять камера садится, я только заряжала ее, боже мой. Аккумулятор. Так, что еще? Ну, в принципе, если бы, да, побольше было времени, то я приехал было 10-го, пока взял билет, как обычно у нас билетов нет на пол первых, утром рез добавили новый, 10-40 на Токоузской, тоже маршрут. Да хорошо. Ну да, тогда получается 14-15 теперь здесь рейс есть. 10-40 отсюда. И, естественно, потом уже постригся, пошел к маме, там поговорили час, сестры час, и все, вот уже уезжать надо было. Так, конечно, хотелось бы поснимать все это осень, но ладно. Уже раньше снимали, и что делать? Я монтирую видео, которое сняла сейчас, потому что потом будет некогда. А, сегодня тренировка? Да, как-то так. Ты сегодня с дочерью остаешься? Типа, да ну, тащите ее. Она, ей там сидеть неинтересно. Она хорошо. Тянет меня. Погода, Сережа, сейчас темнота будет уже. А, ну, что смысл этой погоды? 6 уже темно, было начало 7. Это и раньше можно с ней пойти погулять, куда-то сходить. Ты же там в спортзале сидеть неинтересно. Она тянет меня куда-то гулять, а гулять по темноте с ней, как бы там куда идти. Кафешку. Только кафешку с ней доходить. Это она за радость, естественно. Очень тепло, хорошо работаешь. Да. Снимаешь на улице, зарядить камеру. Надеюсь. Ну, сейчас пока заряжу. А ты сходишь со мной, поспоришь со мной? С тобой. А как Веронику забирать? Разделся уже, а еще рано, поэтому мы, может, пока... Это, Веронику заберешь и... Я думаю, ты поставишь мясо сегодня. В смысле?
Ты сейчас будешь ставить? Нет, конечно. Я тебе приготовлю, ты поставишь в духовку. Деловой. Ну, можно съездить с Илюшей на занятия? Не, я поеду, я хочу на свежий воздух. Не могу сидеть. Она разорвется, Вероника. Тошно. Разорвется, Вероника. Ничего страшного, не разорется. Так, ладно, все. Занимаюсь дальше делами, увидимся позже. Итак, время начала 6 у нас. Сейчас я собираюсь уже за Илюшей и за Вероникой в садик. Сначала заберу Веронику, приведу ее к дому. Сережа за ней спустится к подъезду. И поедем с Ильей на занятия. Сегодня на ужин будем готовить эту буженину, то, что у нее уже подходит срок, надо срочно ее использовать. Она до 19 числа. То лежала. Хватит. Сейчас все это сразу на клейки сниму. Запекать надо ее прямо в этом пакете. Да, тут уже все добавлено у нас. Только вот надо найти, сколько по времени она будет запекаться. Сережа поставит духовку. Надеюсь, включит. И к нашему приходу должно быть все готово. Макароны у нас есть на гарнир сегодня. Так, сейчас найду, сколько ей запекаться, и уже начну собираться. Выбралась на улицу, за детьми иду. На улице у нас, правда, прекрасная погода. Тепло, хорошо, нет ветра. Надеюсь, они все гуляют, чтобы не подниматься в группу. Ни к Илье, ни к Веронике. Вероника точно на улице, света нету в группе. Гимнастика там. Нет, там нету занятий. Как это нету занятий? Ты с просада говоришь? Это в субботу не было занятий, потому мы не поехали. А сегодня занятия, я же дозвонила тренеру твоему. Как дела в саду? Ку-ку-ку. Что? Ко-ко-ко? Это как ко-ко-ко? Как ваш день прошел в саду? Хорошо. Хорошо, это же прогресс, а не нормально. Прям вообще. Да, Илья? А что вы сегодня кушали вкусного? Ничего вкусного вам давали? Что ты кушала, дочь? Расскажи-ка нам. Мы пошли кушать. Вы не пошли кушать? Да. Нет. Так вы уже покушали до выхода на улицу. Нет, мам. Мы что? Не покушали после улицы. После улицы вы не кушали. А у вас же изменили график питания. Вы теперь кушаете плотно. Нет, после не хочу сна. Кефир пить, воды. Кефир не хочешь пить? Что? А что ты кефир не хочешь? Он же вкусный. У проблема века. А ты пьешь кефир? Молодец. А у меня сегодня нечем кормить. Мы вчера с тобой кормили собачку, сегодня у меня нечем кормить собачку. Откуда же у меня? Сегодня мама ничего нету. Собачки кормить. Пойдем, Илюш. Ну не пей кефир, если не хочешь. Пить воду. Ладно, я скажу воспитательнице, ты не хочешь, чтобы она тебя насильно не заставляла, хорошо? Только иногда будешь пить все равно, хорошо? Не каждый день, но иногда хотя бы, ладно? Давай сюда. Завтра я поговорю. Хорошо, договорились. О, боже, вот это проблема у детей. Всем привет. Да ты что, только что здоровался. Даже не верится, да, только что отвели Веронику домой, время 6 часов, 5 минут 7, на улице уже темнота. Вообще. Да, потемнело вообще резко причем. Мам, но уже осень. Уже, да, среди на осень, Илюш. Давай, топай. Золотая осень. Золотая осень. Мама, сняла кучку, убивали листья. Листья убирали целую кучу? Да. Да, ты что? Килограмм 50 было, нашли. Килограмм 50 листьев у вас, да, было? Закончились у нас занятия. Илья, как позанимался? Нормально, что тебе поставили? Ну, что сказать можешь? Пятерку. Тут же не видно. Пятерку с плюсом, да? Сейчас всех похвалили, мальчишек. Хорошо занимались? Да. Да. Мам. Ау. Тренироваться дома. Да, потренироваться надо дома. Мы пропустили несколько занятий. Надо новые упражнения поделать, да, Илюша? Да, солнышко? Следующее занятие у нас в этом корпусе будет проходить. Конкурс? Да. В этом корпусе, Илья. Там соревнования будут в том зале. Так, все, идем на маршрутку. Темнота. Мам,
Пейнтбол. Что у тебя чешется? Спина чешется. Мы с Илюшкой дома. Да, Илюшкин? Устала сегодня, кнопочка. Сейчас будем кушать уже, скоро спать, да? Зашли с ним с Ильей по пути в аптеку. Купила бромбиксин домой. У нас вообще все позакончилось от кашля. Ильшу вам звук. Также, что мы тут еще купили в аптеке? Миндальное масло. Это надо мне для масок. Перекись водорода. И банан. Банан, не банан. Таблетки. Кстати, такие капли, Лена, когда сильно заложен нос, мне очень не нравится. Дешевый и... Что сказала? Это и хорошо помогает. И, кстати, был вопрос в комментариях, какие витамины вы даете детям. Сейчас я купила деткам комплевит от нуля... Ой, господи, нуля. От Вероника. От 3 до 10 лет. 30 жевательных таблеток. Вот такой я решила попробовать. Комплевит актив жевательный. Начнем пить такие, да, витаминки? Сегодня? Ну, сегодня после еды, хорошо. Это банан. Это банан маленький. А Владик у нас еще покупает такие витамины для школьников от 7 до 14 лет. Что? Нет, это... Что ты мне закашлял, господи. Вот, потому что ты их не видела, витаминки эти. Да, после еды будешь кушать, поняла? Ой, ну да, жевать, кушать. Так, ладно, все, начинаю раздеваюсь, помыла уже обувь. Мама, это как жвачка. Да, будет после еды. Мам, смотри, тут есть банан. Так, все, давайте убирать, раздеваться, мама, кушать. Сейчас куплю. Они все, наверное, одинаковые, дочь, они все одного цвета здесь будут, скорее всего. Да, но тут нет уже. Мы сели за стол, вот такая буженина у нас получилась в разрезанном виде, кусочек. Ну что, Влад, вкусно? Попробовал? Угу. Так, давайте кушать, ужинать и сейчас мыться, ложиться спать. В то время уже поздно, пока пришли, пока помыла обувь, пока то, пока все, сели за стол кушать. Сережа, уставший, опять сегодня. Нормальный. Нормальный. Так, Ларик, у тебя там все по урокам? Сейчас ты уберем, если тебе много, Илья, не переживай. Пять плюс, покажи свои на пальце. Я сказал. Да, уже сказал. Еще один год. Так, Вероника, хватит перекладывать. Так, все, дочь, хватит. Не перекладывай, пожалуйста. Все, мы спрятались. Ку-ку. Все, кончились психушки наши маленькие. Так, ладно, давайте прощаться. Надо уже кушать всем и ложиться спать, отдыхать. Он ложил их. Будешь мясо с мясом есть. Да, это точно. Да-да. Так, ладно, давай. А, то рот забит. Всем пока. Всем до следующего. Илюшкин. Пока. А, это обиженка, как обычно. Так, всем хорошего настроения, всем пока, увидимся с вами завтра уже 18 октября, пока-пока-пока, всем пока!